В России тем временем прошли акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. Его убили 2 года назад в центре Москвы. На улице столицы вышли, по разным данным, от 5 до 15 тысяч человек. Самое массовое мероприятие прошло в Москве. По словам организаторов, в марше приняли участие больше 15 тысяч человек. Оппозиционер Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы. По подозрению в совершении преступления арестованы 5 человек. Их дело рассматривает Московский окружной военный суд. Фигуранты расследования не признают свою вину. Предполагаемый организатор нападения находится в розыске. Ему предъявлено заочное обвинение. Но, по мнению адвокатов семьи Немцова, настоящие заказчики и организаторы убийства остаются на свободе.